Сейчас заработала. Чики пуки. Так, напоминаю, да, у нас турнир. Это первая пара. Мэтт и Чирфул против Син. S1N. Вот. Заканчивается у них первый бой. Мэтт и Чирфул забирает первую победу. Играем мы Best of 3. То есть FT2. Вот. Там где-то все должно быть у меня написано. Да, отлично, все написано. Чаты выводятся. Никнеймы пишутся. Так, 1-0 сейчас в пользу Мэтта Чирфула. И, слава богу, у нас все работает. Всех приветствую, да, на стриме. И погнали дальше. Второй бой. Противнички уже раз друг друга пощупали. И человек с никнеймом Син почему-то играет у нас на соли, но нормально так. Брокен там прибежал к нам. Так, не о том я говорю. Набралось у нас где-то 24 участника, по-моему. Вот Мэтт отлично антиэрит не с КСом. Поймал на комбу, тут рекавери. Прыгал наверняка бросать. И слопал достец. Приходится лопнуть ему, чтобы не получить дэмэджа. И вот вейкап. За прыжки в лоу пробежался. Заэрсил, чтобы не было паниша, и продолжить лупить по блоку. Аккуратненько нужно, аккуратно. Можно легко снять все эти жизни у Кая, но пропускает Сол воздушный хай-слэш прямо в череп себе. Хотя ножкой махнул. Сейчас можно было, наверное, атаковать. Не нужно было второй раз прыгать к Сину. Тик-бросочек сейчас в исполнении Мэтта Чирфула приносит камбу, бейтит бурст, поэтому получает камбу еще более приятную. Гудгейм умирает, пишет Дэнни. Звук норм, изображение умирает. Но... перебирайтесь на Twitch. Ничего не могу тут советовать. Сейчас на айпадике проверю, как работает. Итак, Мэтт и Чирфул 2-0 выигрывает у Сина. Пока мы тут разбираемся со всякими этими. Так, Мэтт и Чирфул, соответственно, 2. Здесь 0. Отправить очки. И мы ждем тут следующую пару. Кто к нам присоединится? Кто там самый первый, самый быстрый? То у нас есть Брокен, есть. И, соответственно, Лунавар. Лунавар есть, Лунавара нету. Есть у нас Спейди и Руфус, да, есть. Руфус, Спейди, Дрим. Дрим я не помню. Ну, к нам Лок, Супер Заяц, да. Так, засел у нас Брокен. Соответственно, ждем Лунавара. Я не знаю, с какого он там того самого будет играть. Оп, все вылетело. Что за беда? Хост, но триспондинг, отлично. И я почему...